Приветствую, друзья! Привет всем любителям рыбалки! Сегодняшняя рыбалка будет проходить на реке Оби, и сегодня в планах у нас половить налима. Ловить мы сегодня будем на фидер, то есть английской донкой, но наживкой у нас будет живец. В качестве живца у нас выступит ёрш, и, соответственно, прежде чем начать ловлю налима, нужно наловить достаточное количество ерша. В общем-то, наловить ерша не составляло абсолютно никаких проблем. Единственное, может быть, размер ерша был чуть-чуть крупноватый, что, собственно, это отражалось больше на забросе, чем на поклевках налима, так как крупный размер абсолютно он не смущает налима. И еще один момент, которому я сразу не придал значения: поклевки ерша были в том значительном удалении от берега, то под самым берегом, что, собственно-то, и указывало на наличие хищника. Особенно это стало проявляться ближе к 18 часам местного времени. Ну а что касается вообще отношений ерша и налима, то ерш составляет основной рацион питания налима. Бывали рыбалки, что уснувшая рыбка абсолютно не привлекала хищника, не говоря уже о рыбной нарезке и прочих приманках. Наверное, стоило бы рассказать о снастях, которые я использую. Ловлю я в основном, как правило, двумя фидерами. Средняя длина их составляет 4 метра с тестом до 120 грамм. Оснасточка, которую вяжу, это типичный вертолет с грузом 100 грамм. Вот. Но бывает, что груз меньше и не держит. Во время рыбалки оснастку я не меняю, меняю только поводки. Вот. Для ловли налима использовал флюорокарбон диаметром 0,4–0,5 мм, так как приходится чаще всего ловить за каменными бровками. Соответственно, простой поводок из лески, он просто перетирается. В 18 часов местного времени были переоснащены фидеры уже на налима. Признаюсь честно, никогда я так рано ловить налимов не начинал. И как раз вот тут вот произошло то, о чем я говорил ранее, что не учел хаотичное движение ершей. Как раз вот говорит о том, что налим уже присутствовал в месте ловли. И поклевка налимов последовала сразу после заброса, причем на оба фидера сразу. We'll be right back.
после поимки третьего Налима началась вообще какая-то Налимия вакханалия. Поклевки следовали просто одна за другой, но часть из них была не реализована, то были сходы, то помусолив несколько минут, жильца Налим его бросал и просто не доедал, уходил. Ну и половив какое-то время, стало ясно, что на кормежку вышел Налим детский сад, ну и надавал в поддых ершам по первое число. We'll be right back.
solar system, this is the most likely candidate, the Red Planet. Ну вот такая получилась рыбалка. В конечном итоге было поймано 5 зачетных на оленях и 3 недомерка. Уже в 9 часу были собраны все снасти, и рыбалка, в общем, была закончена. Но из опыта прошлых лет хочу сказать, что, возможно, после 22 часов и был выход крупных особей. Но с пойманными налимами нужно было что-то делать, как-то их перерабатывать. И, в общем-то, рыбалку пришлось закончить, потому что налим – это не та рыба, которую можно поймать и потом отпустить. Ну, краткий такой итог, что хочу сказать. Рыбалка мне, в общем-то, очень понравилась. Такое количество поклевок, собственно, я не видел уже давно. Вот. И хочу пожелать всем ни хвоста, ни чешуи. Всем пока. System. This is the most